Вывезли с указанием режима работы и информации о учреждении «Желтый круг» для слабовидящих. Кроме того, в приемном отделении размещены схемы движения инвалидов. В здании поликлиники и больничной установлены тактильные изображения этажей. Около входа в поликлинику приемные отделения размещены парковочные места для инвалидов. В здании поликлиники между регистратурой и входом, кроме основных пандусов, установлен дополнительный пандус для удобства передвижения на первый этаж. Проведены капитальные ремонты туалетов приемного отделения, палаты гидрологического и гидрологического отделения, связанные с доступностью посещения инвалидов всех категорий. В регистратуре поликлиники установлена индукционная система ИСТОК-2 для слабослышащих категорий 2.